Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой города Кимры Ириной Балковой и главой Кимрского района Ириной Мироновой. Обсуждались актуальные вопросы развития территорий. В частности, речь шла о строительстве в Кимрах физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. О планах по реализации данного проекта глава региона сообщил во время пресс-конференции по итогам 2021 года. Как отметил Игорь Руденя, всего в Тверской области планируется создать 4 подобных комплекса. Помимо города Кимры, в Бежецке, Калязине и Кашине. Муниципалитетом определен земельный участок для строительства комплекса. Проектную документацию по объекту планируется выполнить в 2022 году. Затем приступить к строительству комплекса. Глава Кимрского района обратилась к губернатору за содействием в проведении капитального ремонта здания муниципального учреждения культуры, которое является объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время проведено комплексное обследование здания. Разработана проектно-сметная документация. Игорь Руденя поручил проработать решение данного вопроса региональному министерству культуры совместно с руководством территории.